Finish him. You will never win. I will. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Я Маэстро Квартира 1. Мне вот только что непосредственно я написал разработчика, значит, Тридвижн, компания Тридвижн, Петра Адамчука. И это, если кто не знает, это еще раз напомню, это те, кто разрабатывает сейчас Walkers Resource Soviet Republic. Это такой транспортный, градостроительный, экономический жанр такой игры. В общем, ну, кто не знает, я там в конце видео, в общем-то, будут ставочки, да, на вот эти вот игры, которые они представляют. И вот у меня будет три игры, которые они мне предоставили на обзор. Они, конечно, не вписываются немного в мой контекст, да. Я все-таки люблю такие градостроительные, экономические, ну, как я вот перечислял, да, из такого плана. Авиасимуляторы и всякие такие вещи я не особо играю, но решил все-таки чуть-чуть отойти от правила и заценить вот данные игры. Как вы сейчас видите, у нас сейчас игра Air Mission Wind, значит, но неплохие отзывы довольно-таки в Steam я посмотрел, и тут я смотрю мультиплеер есть. Давайте вот в настройках я чуть-чуть, да, как вы видите, высоко-высоко везде поставил. Не знаю, сейчас потянет у меня видеокарточка, не потянет видеокарточка. Значит, управление, как мы видим, здесь ну, такое не особо громоздкое. То есть у нас наклон влево, да, снижение, набор высоты. В общем-то, я бы сказал, это, знаете, так, сменить оружие, перезарядка оружия, ложные тепловые цели. Перезарядку давайте я все-таки на R поставлю. Почему не? Да. И тепловые цели я на Q поставлю. Ну, потому что R все-таки, ну, стандартная, в общем-то, в играх перезарядка. Так, приближение, удаление, смена камеры, C, да. Угу. Автоматическая стрельба, извините, V, да, основная цель. Как мы видим, здесь небольшой на самом деле список, да, вот в плане управления. Это так, сейчас где тут сохранить. Это все-таки не такой, знаете, не, ну, не симулятор, прям супер симулятор, да, вертолета, а тут такое, скажем, больше аркадная такая. Вот. Потому что в симулятор, честно, я бы не особо стал играть. Ну, знаете, когда там еле-еле заводишь, чтобы взлететь, а вот это мне не особо нравится. Вот, ну, давайте мы быстрое сражение начнем, да. Я, скажем, зачистка города или атака на корабли, армия в лесу. Давайте его солдата на крышу возьмем. Но это, я говорю, что это будет такой
небольшой обзорчик. Так, упрощенные, новичок. Давайте все-таки новичок, типа управления сделай. Сложность нормальная, в общем, управление пулеметом, автонаведение. Давайте все-таки, да, по умолчанию пока все это выберу. Ваше воздушное судно, значит, есть черная акула, да, есть Ми-24. Ми-8, по-моему. Ночной охотник. Слушайте, ну, довольно-таки такое неплохо. Так, русский песочный камуфляж. Ну, да, мы оставим. А что у нас еще есть? Русский зеленый. Угу. Строгий зеленый. Зелено-коричневый. ООН. Чешский тигр. Интересная, да. Внутренняя подвеска. Так, а эти пока закрыты. Видите, они меняются непосредственно. Подвески какие-то. Но это, скорее всего, потом они откроются со временем, когда либо миссию, либо что-то там пройти можно будет. Так, ага. Ну, это мы пока вот так вот возьмем. Все, давайте запустим, да. Так, я не понял, чего ты пишешь? К сожалению, у вас нет разрешения использовать это оружие. Выбранное оружие заблокировано. Вот, все, я понял. Хорошо. Давайте все, ну, в общем, начнем. Да, пока грузится игра, я непосредственно напомню о том, что, как говорится, кто хочет помочь, может донатик скинуть непосредственно. Азул, это вот справа видите. Анки, как говорится, сколько собрано и так далее. С левой стороны там будет высвечено последнее событие, кто непосредственно уже, как говорится, последний кто перечислил. И если вы попадете в тогда, когда я записываю, сверху высветится ваше сообщение, которое озвучит ваш текст. Это так на всякий случай. Так, давайте я чуть-чуть, знаете, я все-таки уберу немного в настройках, потому что у меня походу все-таки притормаживает, не справляется. Качество теней, давайте мы нормально, качество частиц нормально. Детализация, давайте нормально. Я пока все это понижу, потому что иначе я боюсь, что меня просто, как видите, да, чуть-чуть притормаживает. Не хотелось бы, да, непосредственно начинать миссию в том, чтобы все это тормозилось. Так, набираем высоту, S мы снижаем, уклон, так, ага, вот она. Так, и колесико у нас непосредственно стоять. Так, колесико у нас приближает, либо отдаляет, я понял. Так. Ага, да, из меня еще тот, блин, пилот. Так, хорошо, сейчас мы чуть-чуть камеру по-другому сделаем. Ну да, в кабине, как вы видите, не особо там прорисовка, как говорится, да, супер-пупер, но довольно-таки неплохо. Ну и с учетом того, что я убрал вообще все настройки, да, полностью всю эту, как говорится, почти в минимум свел, то, в общем-то, так, не понял. Где они, блин? Я их хочу опять... А, вот они. Сейчас я чуть-чуть тут... Запутался немного в управлении. Вот они.
Так, я сейчас чуть-чуть снижаюсь для того, чтобы... Так, сейчас мне вот единственную камеру пока я... Ой-ой-ой. Какую-то камеру такую хочу найти, чтобы она... Вот жалко, знаете, что не дома не раз, ну как бы сказать, не разрушается, да, там. Так, где у нас тут? Ах ты! Конечно, это не самолет, действительно, тут быстро не развернуться. Так, ага, вот он. Так, сейчас мы... Ай! Так, по нам походу очень... Что, еще здесь самолеты, что ли? Ёб твою тень. Или я тут... Или я глюканул, думал. Да что ж такое-то? Да, я, конечно, из меня... Я просто ас! Так, давайте, блин. О, ёп, тут же ракеты есть. Да ёп, во я, блин. Ладно, сейчас я... Попробуем. На! Я чё, провалил задание? Да что ж такое-то? Ай, блин. Да, как видите, я, конечно, не справился, но, с другой стороны, для первого раза неплохо. Ну, я сам себя никак, да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, давайте мы... Атака армии противника. Ну, давайте еще какой-нибудь, да, такой быстренько... за бубеним. Вот я на самом деле выберу, тут у меня вот три игры, это фаст футбол, это, ну, настольный футбол, потом флейминг, флайер атак, по моему тоже там на самолетах. Вот, и в данном случае вот на вертолете Ми-8. Я из них какую-то выберу, может быть, все потихонечку буду проходить, ну как проходить, периодически, да. Ну, попал? Да ни хрена, да? Да ладно, кто в меня? Кто-то в меня так очень хорошо, блин, долбает. Да ёп. Блин. Мне неужели я ни у кого не попаду, а? Да что ж такое-то, а? А, точно, слушайте, по-моему, за мной, блин, увязался крендель какой-то, а? О, смотрите, да, детальки, да... Эй, блин! Сука, блин! Сука! Даже танк, блин! Хоть бы, блин, на танк что-то упал бы, блин. В общем, блин, что ж у меня такое-то, а? Не, согласитесь, вот я не знаю, для меня вот, ну, с учетом того, что я убрал графику вообще на минимуме,
ну как, ну почти на минимум там нормальный, да, стоял. В общем-то, в целом она довольно-таки неплохо. Неплохо смотрится, неплохо, да, вот играется. То есть я не скажу, что она, знаете, как сказать, наскучит. То есть пройти, поиграть в нее действительно, ну, интересно будет. И выполнена в данном случае работа разработчика в плане графической, да, вот графики, там, интересности, ну, довольно-таки неплохо. Так, новая задача — уничтожить всех противников за минимальное время. Посмотрим, ладно. Так, сейчас мы приблизим это. Блин, да я какой же я косой, а? Да, слушайте, нет, действительно, тут я так думал, что это такая, знаете, аркады из аркад, но тут, чтобы попасть, это, ну, блин, надо еще постараться. Блин, опять не попало. Да что ж такое-то? Ну, хоть кого-то я вообще попал сегодня или нет, а? Блин, а? Так, хоть кого-то я найду сегодня. Сейчас я сейчас кого-то... Не, я должен кого-нибудь сегодня долбануть. Блин, ну нет. Все-таки я, по-моему, кого-то завалил, да? Блин. А по-моему, ни хрена не завалил. Блин, нет. Да, все-таки нужен вот этот значок, который, ну, квадратик и зеленый кружочек. Они должны, походу, совпасть. Тогда я... Я попал! Слушайте, я попал! Офигеть! Я попал! Ах ты ж! Блин, ладно. Чё? А, я понял. Так, хорошо, я понял. Сейчас мы быстренько наберем высоту. Ах ты ж. Махать. Блин. Долбаные. Нет, не попал. Блин. Вот я, блин, криворукий, да? Ладно, чуть-чуть сейчас понизим. Снизим чуть-чуть еще. Не, да почему ты не перезаряжаешься? А, нужно, вот, все, я понял, я надо ее держать нажатой, чтобы она перезаряжалась.
То есть не просто, скажем так, нажал, и она перезарядилась, да? Ай, блин. Да, блин. Слушайте, такая довольно-таки, блин, интересная. Интересная довольно-таки игруха. Блин, слушайте, вот такая, блин, залипает, залипная. Так, сейчас мы чуть-чуть... Так, где у нас? Так, либо так, либо так, либо в этом, да? Ну, давайте вот так вот попробуем. Может быть, мне в данном случае поможет, что я буду в кабине? Блин. Да, помогает, честно говоря, не особо-то и удачная. Так, ага. Либо вот в таком ракурсе, да, можно будет летать. А, ну нет, такой мне не очень нравится, поэтому... А, то есть можно вот, я понял. То есть контролом назад, ага. То есть можно, как говорится... Блин, все время забываю, что это не самолет, что W это... Так, сейчас мы его чуть-чуть назад отъедем. Вот. И поп. Так, стоять. Так, есть. Да, конечно, если бы в реальности, я бы, может быть, уже меня давно бы долбанули бы уже, я думаю, уже сразу же с первого, как говорится, моего появления я бы тут сдох бы. Блин. Да, все-таки я, наверное, за... Так, и сейчас я этого все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, не попал, а? Так, есть. Я, наверное, все-таки за кадром действительно в нее чуть-чуть, так сказать, позалипаю, ну, поучусь, да, то есть, блин, правильные, скажем так, кнопки нажимая, да, вот это вот вверх-вниз, то, что W это не ускорение, как на самолете, а все-таки, это такая, знаете, как сказать, просто вверх-вниз, как... и здесь нету так называемого, хотя может быть и... Слушайте, сейчас давайте-ка мы проверим, по-моему, ускорения здесь не было. Вот сейчас. Движение назад, вперед. Ну да, левый Ctrl, левый Shift, понятно. А. Shift, это значит вперед идет. Я понял. Слушайте, оказывается, да, оказывается тут. Да, вот, оказывается, вот вперед. Все, отлично. Я теперь ас. Так, 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 сычара. Ушел на. Блин. Косой, да? Ну ты аж вот косой, блин. Да, вот я косоглазая. Так, уходим, 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 уходим. Так,
Так, уходим, уходим, уходим. Блин, надо же, я... От того, что, блин, быстро летать стал. Так, я понял, сейчас мы... Вот так вот, и на разворот. Так, где-то я тут... где этот вот? А, вот он, вот он, вот он. Я вот этого хочу подбить. Блин. А, либо дальний, либо ближний, я понял. Ну, хотя ближний и дальний здесь одна и та же. Хренатень. Хотя, если честно, кто если знает... Опа, есть, отлично. Если кто знает, в чем отличие... Стоять! Ладно. Так, дорогие мои зрители, в общем, пойду я свои руки затачивать, в общем, заточу их в нужный, как говорится, размер правильности. Вот, а то они у меня как-то, походу, заточены не так, как нужно. На сегодня все, пока. Пока, с вами был Маэстро Квартира 1. Увидимся в следующей серии, тогда, когда у меня будут руки расти уже не из жопы. Удачи вам, играйте только в лучшее.